Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, доброй-доброй ночи. С вами Вивьена, и как я вам обещала, сейчас будет видео, которое пойдет как премьера. И я дала рекламу о том, что такое будет, где мы, как воины света, выскажем свое волеизъявление, закроемся куполом, и наше волеизъявление и наши совместные запреты, потому что наши мысли материальны. Наши действия, они идут от мыслей, которые материальны. Если мы думаем о плохом, и если мы трясемся, как собачьи хвосты, то именно это с нами случается. И если вы на моем канале давно, вы знаете об этом, а также в Телеграме я об этом рассказываю в нашей группе «За гранью осознанного с Вивьеной». Заходите туда, там много чего даю. А сегодня у нас будет вот эта вот медитация, исцеление, волеизъявление. И чем больше людей примут участие в этой коллективной работе воинов света, мы сейчас воины света. Те, кто черные, они нажмут на кнопку и уйдут. Они на нижних вибрациях. А 23-й год решающий. Кому остаться, а кому не быть. Очень многих в 23-м году не будет. И вы понимаете, что то, что сейчас сделали могили Ация, говорю разными такими словами, чтобы не заблокировали, многие оттуда не вернутся, их уже и сейчас первых уже нету. Но об этом будут молчать, а бедные женщины будут бегать от одного вояки с пузом к другому, и те будут просто врать. Поэтому защитите своих детей, защитите, и это волеизъявление будет и этого касаться. Главное, чтобы мне не забыть это сказать. А теперь все расслабились. Все, кто во время этой премьеры, вот когда идет премьера, и будет чат с правой стороны, подключайте чат, видны все сообщения или в комментарии. Взаимный обмен, пожалуйста, кто может, оплатите донаты. Данные тоже буду, я вам сброшу, они есть под каждым видео. Не можете, поставьте лайк, напишите в комментариях свое коротко волеизъявление. Не просто принимаю, обретаю или благодарю, а именно коротко свое волеизъявление. Тогда вас услышит Вселенная, вас услышит наша вся планета Терра, а не только на маленькая часть, на которой мы с вами находимся. Потому что все мы на этой планете, и Анунаки, и с планеты Венера, и с Нептуна, со всех планет. Просто когда это понимаешь или осознал, и вдруг везде жизнь. И не везде есть такая жизнь тяжелая, как у нас. А теперь все мы успокоились. Отодвиньте все чашечки, ложечки. И вот сейчас мы будем с закрытыми глазами. У кого есть, ну, такие вот, как повязка на глаза, мы называем очки, чтобы днем спать, одевайте, если нет, то закройте просто чем-то глаза, чтобы вы их не открывали и не отвлекались, потому что нужно войти в это состояние. Это и есть состояние регрессии. И мы сейчас с вами начинаем эту медитацию. Вивьена проводит регрессии и по чистке, и потому узнать, какие события были или будут, потому что в информационной библиотеке Земли, называется это хроники Акаши, есть все о всех, что было, что есть и будет в разных различных конфигурациях. А теперь успокоились, приняли удобную позу, закрыли глаза, если есть, оденьте специальные очки для глаз, для сна, или что-то накиньте на глаза. И мы начинаем. И начинаем. Ложитесь поудобнее. Расслабьтесь. Ложитесь поудобнее и расслабьтесь. Спокойно. Вам легко и спокойно. Вам очень легко и спокойно. Сделали глубокий выдох на 4 счета.
Успокоились. Держим дыхание на 4 счета. Держим дыхание на 4 счета. Выдыхаем. Вдохнули глубоко. Выдыхаем. 4 счета вдох. 1, 2, 3, 4. Держим. На 4 счета. Выдыхаем. На 4 счета выдыхаем. Вы слышите только мой голос и больше ничего. Вас ничего на данный момент сейчас не интересует. Вы просто расслабляетесь и слышите мой голос. Приятный голос музыки и добра. Спокойно. Вам очень спокойно. Вам очень-очень спокойно. Вам очень спокойно. А я буду вести отсчет от 10 до 1. Каждый будет вспоминать, и у него перед глазами будет видеться то, чего он хочет и желает видеть. У кого-то детство, у кого-то еще что-то. Я начинаю вести отсчет. 10. Обратите внимание на свои ноги, ваши ноги, ваши стопы, ваши пальцы тяжелеют, икры расслабляются медленно, спокойно. У вас удобная поза, и ноги ваши теплеют. Бедра тяжелеют, они становятся теплыми. 9. Ноги полностью расслабились, наливаются тяжестью изнутри. Ноги становятся тяжелее, еще тяжелее. Еще тяжелее. Вы медленно проваливаетесь вниз. Постепенно выходит из вашего сознания. Все выходит. 8. Мышцы брюшного пресса, мышцы живота расслабляются. Расслабляются. Расслабляются, расслабляется грудная клетка, расслабляются бронхи, легкие и дыхание ваше спокойных. Вдох. 1, 2, 3, 4. Держим. Выдох. 1, 2, 3, 4. Вам спокойно. Вы погружаетесь все глубже и глубже и глубже. Кому-то захочется спать. Значит, уходите в это состояние якобы сна. Просто спокойствие. Не сопротивляйтесь. 7. Остов ваш, спина расслабляется. Если бы вы видели, что делают мои руки, вы вообще бы удивились. Если я его сейчас не показываю, я вот делаю руками такие пасы, они сами. Это так мне подсказывает сама природа, сама Вселенная. Спина ваша расслабляется, расслабляется. Расслабляется каждый позвонок. Каждая мышца.
Вместе с расслаблением тело становится тяжелее, тяжелее и тяжелее. Шесть. Плечи тяжелеют, руки тяжелеют, кисти рук тяжелые, расслабленные, тяжелые. Руки полностью наливаются теплом и тяжестью. Постепенно все выходит из вашего сознания, из вашего внимания. Вам очень хорошо и спокойно. Пять. Расслаблены мышцы шеи, вокруг шеи. Голова спокойно лежит на кровати или на кресле. Четыре. Расслабляем мышцы лица. Расслабляем подбородок, губы. Все расслабляем. Расслабляем лоб. Расслабляем все вокруг носа, вокруг глаз. И с каждым вашим вдохом вы расслабляетесь сильнее, сильнее, сильнее. С каждым моим словом вы погружаетесь глубже, глубже, еще глубже. Три. Головной мозг расслабляется, выравниваются нейронные связи, нормализуется работа мозга, мысли застывают, они неподвижны, не мешают, не отвлекают, голова ваша свободна. Два. Макушка головы, затылок расслабились. Голова расслаблена. Один. Теперь все тело полностью расслаблено. Оно спокойно расслаблено. И теперь вы каждый называете свое имя. И почувствуйте место, где хотите себя видеть и ощутить сейчас. У каждого это свое место. Запомните это состояние. Потому что мы к нему вернемся, когда будем выходить. Мы производим медитацию, волеизъявление на отмену действий, аннуляцию договоров, возвращение нашего «я». Разрываем все контракты, создание света и любви на нашей планете Земля. Мы с вами, воины света, искры Творца, воплощенные на Земле в теле человека. Благодарим светлые силы, открывающие нам возможность для освобождения души. Слава вам и славься, Творец! Создатель всего, что есть, мы посылаем вам свою безусловную любовь. Мы обращаемся ко всем истинным светлым силам, к своим высшим «Я», к Матери Земле, к Терри и просим их засвидетельствовать наше волеизъявление о том, что мы, как представители своих родов, всего светоносного живого рода человеческого, расторгаем все контракты со всеми темными цивилизациями, наложившими на нас свою негативную карму, уничтожающие программы, черную магию и низковибрационные энергии. Мы воины света, и вы это чувствуете и заряжаетесь этим. Воины света, вы поднимаетесь выше в вибрациях. Мы ощущаем наше сознание и подсознание от пессимистических мыслей, беспричинных страхов, психологических травм, от неуверенности в себе, от предательства и телесной боли, от чувства жертвы и всей искаженной информации.
Я, называйте свое имя, освобождаюсь от навязанных представлений, от рабства и колдовства, программы жертвы, искушения, извращения, осуждения, критики, утомления, от пустых иллюзий, от зависти, от программы неудачника, от программы биоробота, зомбака, от программы самоедства, от чувства вины и от обиды. Отпускаю все недуги, стресс, депрессии, подавленность и морок. Я, называйте свое имя, собираю все негативные программы из моего сосуда подсознания и сознания в золотую энергетическую капсулу, как колба, как шар, и трансформирую их в свет и любовь. Из вас исходит, из вашей сердечной чакры исходит поток света и любви, а сверху на вас светлые силы, высшие силы света тоже направляют поток любви. И вы сейчас наполняетесь и просите: силы света, наполните меня энергией до 100%. У каждого по-разному это будет происходить. Вы в комментариях напишите, у кого какое было ощущение, когда вы наполнялись этой энергией. Наполняйтесь до 100%, наполняйтесь. Энергия вливается в вас, и вы по табло видите, сколько процентов. Так, вот она достигла 100%. Благодарите высшие силы света с благодарностью за их работу. Мы трансформируем этот свет, энергетический ресурс. Я, называйте свое имя, отказываюсь от всех контрактов и соглашений с нечистью. Я запрещаю кому-либо использовать мой божественный свет и мою энергию. Я, имя, отрекаюсь от всего, что имеет природу зла и любое время, и в любых состояниях. Мое эфирное тело, моя энергосфера, моя душа, моя воля, моя энергия неприкосновенны. Примите внутри себя позу победителя, победоносца. Улыбнитесь, осознайте, что вы человек, который может все, который может запретить все и расторгнуть все, что против воли вашей. Глаза у вас закрыты, сделайте несколько глубоких вдохов еще раз. Я сейчас досчитаю до 5. На счет 1 вы расслабляетесь и опять входите глубже в медитацию. 5, 4, 3, 2, 1. И сейчас из каждого вашего сердца, я, называйте имя, из моего сердца течет прекрасный поток безусловной любви. Мы сейчас с вами создаем энергию любви и являемся источником драгоценной энергии жизни, источником чистого божественного света. Потоком энергии исходит из всех наших чакр, создавая мощную защитную сферу высоких вибраций, в которых сгорает весь негатив. Наше естественное энергетическое поле является самой лучшей защитой для живого светоносного человека Творца. Вы – часть Творца, вы есть этот Творец, вы – его чудо воплощения. Наши, ваши вибрации, мы – воины света, поднимаются на максимальный уровень.
И мы даем команду нашему подсознанию пробудить нашу генетическую память о нашей истинной божественной природе. Мы расторгаем все контракты. Мы запрещаем забирать наших детей туда, куда мы не желаем их отдавать. Мы запрещаем. Мы запрещаем незаконную мобилизацию. Мы запрещаем. И божественным светом мы закрываем сейчас себя. Мы сначала себя закрываем. Себя. Представляете, купол. Купол, которым зеркальный. Сверху зеркало. То есть все, кто захотят к вам войти, их будет зеркалить. Зеркало. Сначала себя накрывайте этим зеркалом. Рядом ставьте всех своих, кто в вашем в семье. Закрывайте этим куполом. Передавайте это сообщение, это видео. Пересыл называется. Можете друзьям переслать, в чаты переслать, там, в Одноклассники, еще куда-то. Пересылайте. Чем больше человек будет высказывать это волеизъявление, тем быстрее и в наших сердцах, и в нашем мире, в котором мы существуем, мы победим эти силы черного света. Потому что то, что сейчас происходит, бойни, убийства, это есть опять огромная бойня черных сил и светлых. Но мы сильнее, мы обладаем тем, что черные силы не умеют. Мы умеем воплотить свои мысли в действия. Это и есть мусорная ДНК, древняя ДНК. И оно сейчас у нас открывается, и вы можете все. Мыслите позитивно, и то, что вы желаете, мыслите, вот, что вот оно происходит, и отпускайте, оно полетит во Вселенную, к Творцу, как птица, которая только научилась летать, ей все это в новинку, и она исполняет все ваши желания. Вашу божественную природу очищает тело, энерготело, энергосферу вашу сейчас от всех негативных энергий и влияний. Перестаньте страдать, бояться. Вы уже не боитесь и не страдаете. Потому что это только ваши мысли. Вы улыбаетесь вместе со мной и знаете, что всегда есть выход из любой ситуации. Есть выход, и он в первую очередь там, где был и вход. Как только вы это осознаете, все проблемы ваши рассыпятся, и они будут решены. Потому что вы поймете, что за мысль, что за цель, тогда как можно реализовывать, и тогда утверждение и реализация, то есть исполнение. Наше сознание всегда поддерживает эфирное тело и высокие вибрации. Наша Земля перешла в пятое измерение. Терра перешла в пятое измерение света, где отсутствует дуальность и проявляются первичные знания Вселенной в природе, сверхспособности, сверхсознание, где есть первичное и знание Вселенной, сверхосознанности, осознанного себя в проявлении Творца. Поднимайтесь и вы вместе с вибрациями Земли на высшие вибрации, хотя бы до сердечной чакры. Не пыхтите вы там, в этой нижней чакре, сексуальной энергии. Она хороша для чего-то, но она слишком низкая, потому что ниже уже клоака.
Поднимайтесь вместе с землей. Не разрешайте, чтобы вами кто-то манипулировал и заставлял вас жить в страхе, в гневе, в агрессии. Тогда у вас сразу нижние вибрации. Вы сразу набрав, например, сейчас мы в стопальной системе набрали 100% света, как вы только понервничали или начали ругаться, или месть какая-то, ваши вибрации падают в самую первую нижнюю чакру. Все, начинать нужно опять сначала отсчет. Всегда слышите свое сердце. Это ваша воля, это ваш разум, это ваша свобода, это ваши и наши права, они неприкосновенны. Право волеизъявления. Если вы высказываете вслух то, что вы хотите, без слова «не», то тогда это свершается. Поэтому оно свершается у мира имущих. Они сначала нам все это показывали, а потом свершали. Они говорили, а потом нам рассказывали: «О, это ясновидящий там был». В Думе-то, который уже пошел в мир иной, от квартиры 19. Нет, просто он был тем, кто передавал их планы. Вот в таком виде, чтобы мы, лопоухие, верили. Для того, чтобы это свершилось. И тогда не приходит то наказание, которое мы с вами желали для этих людей. За их ужасы, которые они творят с нами. Это наша планета Земля. Это наш дом, а не их. Это не дом сущностей, мутантов и рептилоидов. Это наша Земля. Планета целиком с поверхностью, где мы живем. А сейчас вы вдыхаете очень-очень сильно и накрываем куполом. Представляете, купол сначала над каждым городом или селением, где вы живете. Так, накрыли. Купол зеркальный. Вот ваши, вы были там семья, теперь сверху купол над вашим городом, местностью. Закрыли. Теперь закрываете купол страна, где вы живете. Закрываем купол. Я закрываю купол над своей страной. Грузия, я закрываю купол над страной, которая моя родина по крови, России. Я закрываю купол над Литовией и Поляком, потому что там кровь моих предков. Захватываем Белоруссию, захватываем всю часть и теперь закрываем всю часть России и бывшей России, и всех бывших республик, которые сейчас свободны, мы накрываем их куполом света, чтобы черные не могли войти. Они уже стучатся. А теперь я ставлю защиту, огромную защиту. Стоп! Произносите по воле моей, по воле изъявления, называйте каждый свои имена. Мы ставим купол. Мы защищаемся, и Творец в помощь. Мы разрываем все контракты с вами, черные. Мы разрываем все контракты. Мы разрываем все контракты, которые хотят по вашей воле, а не по нашей воле, отнять наших детей. Наших детей мы рожали для себя, и у них тоже есть свое волеизъявление. Я, называйте свое имя, адекватный, живой, осознанный, свободный человек. И при любых обстоятельствах я остаюсь человеком, достойным и гармоничным. Я вижу и нахожу ресурс даже в негативных ситуациях, потому что всегда нахожу выход положительного характера. И даем установку, команду нашему подсознанию. Все, что сделано против нашей воли, отменяется. Запрещается. Весь негатив, достигающий нашего пространства, автоматически трансформируется в свет и любовь, проявляя волю
мы осознанно и быстро избавляемся от всех вредоносных воздействий, от тестирования, чипирования, биометрики, различных непонятных медикаментозных воздействий, психотропных препаратов и излучений, электромагнитных излучений и отравляющих химических веществ. Полное отсутствие страха придает нам силы, и мы легко противостоим принуждению со стороны системы и ее услужливых ставленников и пособников. Мы знаем, что переход уже идет, и выбираем дорогу к свету. Мы находимся и находим для себя ресурс, ресурс любви и света даже в негативных ситуациях. Мы победители. А сейчас глубоко вдохнули, вдохнули, выдохнули. И наше волеизъявление во Вселенную. Я, называйте свое имя, фамилию, отчество, делаю волеизъявление во Вселенную и во все мерности и пространства, во все порталы, всех уровнях. Я, имя, живой человек, живая душа, заявляю по праву свободной воли. Я здесь и сейчас, на всех уровнях и во всех временных порталах и фракталах, во всех своих воплощениях, прошлых и будущих, я заявляю о своей свободе, о свободе моей воли. Я – имя. Расторгаю, отменяю все контракты и договора. Под контракты, под договора, устные, письменные, связанные с продажей, истязанием, фрагментацией, скачиванием моей души, все контракты, договора, устные, письменные, порабощающие и блокирующие мою волю. Расторгаю, заявляю о своей воле и воле моей души, моего тела, моего сознания на всех уровнях и во всех временных порталах и фракталах. Возвращаю себе свою душу и полную власть над душой себе, где бы она или у кого бы ни находилась. Приказываю немедленно и беспрекословно вернуть мою душу мне. Приказываю отключить все подключки и все программы, установленные в мое сознание сущностями существ, сущей, духов, демонов, призраков, фантомов, кубов, суккубов, имплантов, подселенцев, структурами, которые вторглись согласно контрактам на мою душу. Расторгаю все контракты. А теперь представили. Вы сейчас увидите. Если вы видите, кто видит, выходите, кто есть сущности сейчас, которые пришли к нам. Так, я их беру. У каждого будет свое видение. Пишите в комментариях. Вот, я их вижу. Я их... Вот он большой. Ты один главный. Так, ты главный. Вот еще какие-то маленькие чебурныши. Забираем все контракты, расторгаем. Беру их, скручиваю, беру такую вот трубу, как пылесос. Вдуваю их в этот пылесос. И вот у меня рядом еще плошка такая. С химикатами очень сильными, с сильной щелочью. И туда бросаю. Открываем небеса и отправляем их туда. Идите туда, где вы были. Захлопываем небеса. Выдохнули. Приказываю отключить все подключки, все программы, установленные в мое сознание сущностями существ, сущей духов, демонов, призраков, фантомов, кубов, суккубов, имплантов, подселенцев и структурами, которые вторгались согласно контрактам на душу. Все контракты с ними расторгаю, запрещаю кому-либо или чему-либо без моего согласия блокировать, воздействовать, управлять и использовать мою душу, мою волю на всех уровнях, мое тело на всех временных порталах и фракталах. Запрещаю. Я, имя.
И только я управляю своей душой, управляю своей душой, управляю своей волей, управляю своим телом во всех измерениях. И да будет так. Я, называйте имя, фамилия, отчество. Отменяю все программы, контракты, договора на бедность, на нищету, крадники, воровство, потери денег, неудачи, болезни. Я внедряю и принимаю программы счастья и изобилия, достатка и финансовой свободы, любви, все, что в здравии и на долгие годы. Да будет так во веки веков и во все времена. Вдохнули глубоко, выдохнули, вдохнули, выдохнули. Я, называйте свое имя, обращаюсь к истоку единого сознания и прошу дать мощный луч света и любви, введенное в мое тело, все, что вводилось в мое тело, что было против моей воли или по незнанию, все это нейтрализуется, мое тело очищается. На тонком плане, в эфирном плане все деструктивные программы, энергоинформационные техногенные воздействия, вредные вещества, негативные энергии, чужеродные гены и энергии всех существ из деструктивных миров. Все нейтрализуется и аннулируется, расторгается. Я, говорите свое имя, удаляю из матрицы ту информацию, которая чисто моя. И это только у меня и остается у меня в моих пространствах, во мне. Убираю все блоки, фантомы, остатки. Все убираю до здорового тела, любви и здоровья, души и тела и моей воли. Да будет так. Направляю энергию любви во все пространства планеты Земли для обнуления программ, которые противоречат моей воле. Расторгаю все программы и контракты. Программ уничтожения, утилизации населения, которые создали инопланетные существа. Я, называйте свое имя, свободное существо. Мое имя – человек планеты Земля. Я запрещаю на себя всякое воздействие, любые воздействия, электромагнитные, колдовские, космические, инопланетные и наземные лучи и излучения. Я против того, чтобы на меня, на мою семью, моих детей, моих близких, всех людей планеты Земля – оказывалось какое-либо воздействие, действие, любые программы, чужеродные мне и всем людям планеты Земля. Расторгаю все это. Я против того, чтобы мною кто-либо управлял чужеродные и инопланетные. Прошу помощи у Божественного Духа, своих космических родителей. Прошу помощи у Творца. Прошу, чтобы мое сознание было чистым, незапятнанным и свободным от воздействий, чтобы мое сознание очистилось от инопланетных, чужеродных, черно-магических воздействий и программ и контрактов. Прошу Божественную силу, единый исток Творца, Божественную силу, чтобы меня, имя свое, и мою семью, называйте своих близких, убрали из этих программ и планов чужеродных, чтобы отключило меня, ваше имя, имя ваших родных и всех людей планеты Земля от воздействий сотовых вышек, различных вибраций,
различные аппаратуры и оборудования чужеродного, чтобы это оборудование и аппаратура, эти вышки не могли воздействовать на нас, людей, планеты, Земля, на наше сознание. Да будет так, истинно, истинно, истинно. А теперь я считаю до трех, и на цифре три вы открываете глаза. Вам будет легко и свободно, потому что мы сейчас часть очистили от вас. Во время этой вот премьеры вы можете задать вопросы, и я отвечу. Один. Вы ощущаете свои ноги, руки, свою спину, каждую мышцу. Два. Вы вдыхаете свет любви и радости. Один. Вы открываете глаза. Вам легко и свободно. Вы человек планеты Земля. Мы провели сегодня с вами. Открывайте глаза, вам хорошо. Пишите в комментариях, что вы ощущали, как вы ощущали, когда свет шел. Пишите все это в комментариях, когда идет именно премьера и чат будет. Вы можете задать вопросы по эзотерике. В следующем видео я давно очень хотела, у меня это даже не распечатано, написано своей рукой уже давно, лет 20, нет, наверное, поменьше, лет 15 назад, сертификат, которым мы наделим себя огромной силой. Если кто-то хочет поработать, можете попроситься, я сфотографирую, распечатать этот сертификат, чтобы можно было его потом вам выставить. А теперь успокоились, пока идет музыка. Я отвечаю на ваши вопросы. Кому надо лично мой контактный номер, вот вы видите на экране, обязательно плюс, потом все цифры. Это относится к людям, которые из РФ. Они почему-то не знают, что плюс, вот 7, это Российская Федерация. Номер надо набирать плюс 7, дальше все цифры, оператор и ваш номер. Также во всех странах мира. Пишите мне в WhatsApp, Viber, Telegram, кому надо лично, кому нужна чистка, вот через регрессию. Это мы общее провели. Да, вот видите, уже 42 минуты. Я тоже вместе с вами эту чистку сейчас проходила и тоже защищала планету, нашу Земля, нашу огромную планету. У нас не только Земля, но мы не на Земле, потому что сейчас нас трясет и очень тяжелая ситуация. И если мы все вместе, то мы друг другу поможем. Обязательно поставьте лайки, пишите комментарии. Кто уж не может совсем мыслить, то есть, говорю, анализировать, пишите «принимаю», «обретаю», «благодарю». Остальные пишите то, что вы чувствовали. И самое главное, есть кнопочка внизу видео «Переслать». Перешлите это видео своим друзьям, знакомым, в свои чаты, в Одноклассники, ВКонтакте, в Фейсбуке, куда хотите. С вами Вивьена. Да будет так. Мира и добра. Счастья. Да будет так. Пока-пока.